Здравствуйте, меня зовут Владимир Ивочкин, я председатель патриотического объединения пограничников Истринского района «Рубеж». Мы занимаемся сбором гуманитарной помощи, сбором и доставкой на Донбасс людям, пострадавшим от этой войны. Мы собираем и отвозим, в данный момент отвозим, вот четвертый раз уже отвезли в город Горловку, которая бомбят постоянно, бомбили, сейчас хотя бы там перемирие, но все равно положение очень тяжелое. Обращаюсь к вам, жителям Истринского района, что люди просят, очень просят помощи. Нету питания, нету медицины, медикаментов, нету вещей личной гигиены. Также нужны и строительные материалы, нужна пленка на окна, потому что полностью отсутствуют стекла на окнах. Хочу передать слова благодарности и низкий поклон от людей, жителей Горловки, которые там живут и не сдаются, и продолжают жить и выживать в данный момент. Хочу поблагодарить всех жителей Истринского района, кто принимал участие, кто принимает участие, кто хочет принять участие, принести, как бы это дело добровольное, помощь. Можно помогать, можно не помогать. Собираем в городе Дедовске, улица Керамическая, дом 13, и также сборный пункт. Это город Истра, здание Углемаша на третьем этаже. Вот два пункта, от которых мы возим и передаем людям гуманитарную помощь, за которую большое спасибо.